Латифа, добрый день. Добрый день. Вот мы хотим узнать ваш секрет. Я слышала, что вам 68 лет уже, да? Почти. Да, но по вам не скажешь. Вы очень молодо выглядите, и поэтому вы расскажите свой маленький или большой секрет. Нам очень хотелось бы услышать ваше мнение. Секретов нет вообще, потому что это все с нами делает природа. Но природа требует отношения к себе так, как к природе. Именно так, как в природе. Когда мы болеем, а я болела очень много, 30 лет, у меня были такие болячки, как гепатит, панкреатит, у нас такая еще болезнь сигмоидит, это когда кишка делает такая длинная, очень длинная, сигмоидная. И две позвоночные грыжи. И на протяжении 30 лет меня врачи лечили, держали только вот на таком уровне. На уровне, знаете, вот... Вроде и не больной, что падаешь, но ходишь на работу, но состояние ужасное. Я не спала ночами. Во-первых, я 25 лет подряд ездила с рогами. Помимо того, что я каждый год капельница, каждый год больницы, лежала в больнице. И вот сколько кололи, сколько меня. И я уже надоела в больнице лежать, я уже домой приглашала капельницу, делала дома. Пока я не встретила вот коралловый клуб. Я до того, как прийти сюда, это основное немножко. Шахноза.